Если любишь кататься на машине, то ставь лайк за 3 секунды. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка и Юрка. Мы вернулись к GTA для того, чтобы провести офигенную рубрику под названием «Битва воришек». Здоровки, ребят! Да, друзья, сегодня мы приехали в район киностудии. По информации от одного проверенного человека, то там, по идее, снимают документальный фильм, и потому есть прикольненькие тачки, потому что фильм завязан именно с тачками. Поэтому, ребята, обязательно поставьте 3000 лайков на этом ролике, как и на предыдущей серии, для того, чтобы у нас все получилось и для того, чтобы вышла новая серия. А также не забывайте подписываться на канал. Понимаю. По воздуху бьет, я падаю. И обязательно, ребята, ставьте лайки. Вау, прикольно. Вот, обязательно ставьте лайки. И самое главное, ребята, это, короче, это, напишите в комментариях, как сильно вы обожаете данную рубрику от 1 до 10. Давайте наберем 1000 комментариев прямо сейчас. И мы готовы, поэтому, ребята, погнали. Главное не нарваться на копов, иначе все будет очень печально. Ой, так кто такие копы, когда есть антикоповская система? Антикоповская система, говоришь, да, ладно. О, сел! Офигенно! Короче, братишка, чтобы ты понимал, я угнал семитрак Тесла, ребята. Семитрак, при этом она еще и золотая. Офигеть, она просто так живая, аккуратно. Что ли? Я думал, уже нет, или 300 как. Нет, она, видишь, как бы живая. И да, я же не сказал, у нас получается документалочка про электрички, поэтому сейчас, видимо, много электрички сегодня пригоню. Это, конечно, круто, с одной стороны, но плохо то, что электрички, если брать там спринт, то по максималочке проигрывают. Так, а тут, вот тут что-то видел. Голубой. Есть одна, которая меня очень сильно удивила. Это какая? Господи. Это какая? Сальва или как 380 ехал? У меня проблема? У меня копы, блин, на хвосте! Ё-моё! Понимаю, так а ты чё, Ауди пригнал? Понимаю, так, ладно, аккуратно работаем, ребята, пока никто не приехал. Чё ты там угнал ещё? Ламбу, что ли? Ламбу, да что ладно. Ли? Да ладно! Ламба, это люто. Хорошо. Так. А, вот это чё? Мужик, уйди! Я просто, я на мойку отвожу тачки, я их не ворую, не тырю, да отстань ты, на меня копов заявили, братан. На меня копов повесили, блин, всего штата считай. Аккуратно, тихо, вторая есть, плейдик на месте, это не может не радовать, поехали далее. Копы, слышишь? Ты бы валил отсюда. Да. Да. За мной он этот коп едет, короче, на, получается, машинке от гольфа. Чего, блин, такое серьезно? Себе народ. Да. Короче, я вроде бы скрылся. Главное сейчас это отождать какое-то время, чтобы ребята не попасться. Так, все, отлично, я вроде бы жив, целый и самое главное, здоров. Поэтому, братишка, едем вот с этой стороны. Какого хера мой байк угнал, вообще не понял. Не знаю. Здрасте. Привет. Привет, пацаны. Как дела у вас вообще? Замечательно, да, что говорите? Да, прям замечательно? Опа, нормально. Нормально, я нашел еще одну машинку прикольненькую. Так, а что получается, если... А сколько у меня на базе? Подожди, себе. У меня на базе 3? Я с автосалона идеально новенькую Аполло, короче, нашел. Аполло, говорит, да? Понимаю, так, подожди, а что получается у меня? У меня получается раз, два, да, 4 тачки, а, и да. Так, мне нужно кое-что сделать, я тут кое-что забыл. Так, садись в семитрак быстренько, давай. Да садись ты в него, отлично, поехали. Работаем в обратном направлении, как говорится. Неважно, что я делаю. То, что я делаю, это очень-таки неважно. Так, вот эту хрень мы, пожалуй, дали ему, точнее, уберем. Надо его сейчас отогнать, чтобы ничего не, лишнего тут не сделать. Пацаны, что вы меня все снимаете? Я не понимаю. Меня все снимают, просто прикинь. Так, вот это мы сюда отогнали. Все отлично, она не мешает. Конечно, лось на траке приехал. Чего? Меня просто все снимают нафиг. Ладно, поехали. Ну это херово. Мне важно, мне нужно проехать. У тебя там маски на лице нету. Тихо ты, тихо. Я на съемке фильма, да, это мой семитрак, я его купил, получается, позавчера, мама подарила. Вот, и я сейчас просто это мы сделаем, да, вот так вот. О, отлично, все замечательно. Да все четко. Мужик, уйди, хуже будет. Ну, захотел, так, как говорится, так и захотел, ладно, так, аккуратный блондин, тудым. Аккуратно, тихо, аккуратно, офигенно.
Ауч! У меня проблема, братишка. У тебя там как дела? Какая? У меня хорошо. Да ты сейчас офигеешь от того, что я пригнал. Седьмую тачку взешь, да? Ну, в принципе, если считать с Тесла и 7 трак, это тоже 7 тачек, братишка. Посмотри, что пригнал. Офигеть просто! Ема, ты че байки взорви, и будет офигеть. Но не, байки взорвать я не буду, но при этом у меня получается 7 тачек. Ну, у меня все нормально. Виляй жопой. Это так надо, короче. Это так надо. Короче, а вопрос, а где... Вау, извини, мужик. А где слишком у меня еще киберговна на последняя нету, тачка? Вот это уже вопросы. О, вот это, кстати, прикольненько. Это что, это Форд? Блин, какой-то прикольненький, на самом деле, старенький Форд, но брать я его не буду. Так, ладно, я тогда проеду вот на самую что прям съемочную площадку, потому что, может, тут что-то будет интересное, прикольное. Так пусто. Чего, блин? Мне нужна последняя тачка, я даже не знаю, куда ехать, потому что я уже везде вроде бы как проездил и просмотрел. О, вот тут еще какая-то задняя часть есть. Так. В зеркало посмотрел, что ли, заднюю часть увидел? Офигеть, просто обезвредил. А как надо. Быстро, резко, дерзко и как бы без свидетелей. Я обезвредил одного полицейского и все. И получается забрал последнюю прикольненькую. Тачку верни, слышь! Фуфлин, блин! Я все видел. Что ты делаешь? Братан, что ли? Тачку обратно вези, понял, да? Ну ты, фуфлин, короче. Ладно, нет, ну с другой стороны... Ты слышишь? Слышь? Натя! Ты что нажишь, блин? Я не понял. Хана тебе, блин. Вот это ты зря. Ай, ладно, короче, ребята. Давайте-ка посмотрим, что там угнал Юрка, потому что если ты взорвешь мой хабар, я взорву весь твой хабар. Поэтому извиняйся. Бензинчика. Какого бензинчика? Ты офигел, что ли? Так, ребят, ладно, в любом случае, у меня тут как бы опольчик есть, я вижу, да, который можно подорвать. Да перестань ты, короче, не трогай вообще мои тачки. Лампа, получается, тебе из дорогих, опольчик, и больше таких дорогих я и не вижу, ребята. У меня, конечно, куча золотых тезел, и самое главное, у меня все электрички и вот этот вот какой-то прикольненький концепт-кар от Мерседеса. Пишите в комментариях. Кто заработал балл за стоимость, а мы отправляемся, наверное, на наше первое испытание. Какие спички, я не понимаю. Спички что принеси. Что ты делаешь вообще? Там все готово, поджигай. Я тебя сейчас подожгу. Вот ты фуфлин туфлин, а? Вот ты фуфлин туфлин. Так. Ладно, я сам. А ну-ка садись быстренько. В смысле сам? Ты чего творишь? Я тебе сейчас... Только подожги. Горит. А ты что не горишь? Фуфлин ты. Просто ты фуфлин, понял? Хрюндель ты, однако. Да пошел ты. Я тачки так-то лишусь. Да ё-моё, отцепились. Ладно, ребята, главное, что мы их спасли. Сейчас мы подцепим, привезем на место и отвезем все в отстойник. И пройдем парочку испытаний. Погнали, друзья. А мы готовы. И для нашего первого испытания мы выбрали, получается, Tesla Plaid, ребята, и Aston Martin. Интересно будет посмотреть, кто же все-таки будет первый. 1, 2, 3. Поехали. Ю-ху! Давай. Ну, кстати, неплохо. Нихера, если ты стартанул. У меня хорошая. А что так быстрый? Серьезно? Ну, у меня как бы электричка, поэтому моя электричка готова принять тебя и отвезти на первую станцию под названием Фуфлина Мицил. Ну, тебя батарейки быстрее сядут. Ты думаешь? А не-не-не, братишка, у меня все нормально, как бы. Тормози! Офигенно. Ну, ты, кстати, вообще не отстаешь так-то. Вообще, как бы. По максималке только не вывозит Aston Martin. Ну, у меня тоже как бы не особо, но 250 ехало. Тормози налево, спасибо. Ёп! Понимаю. По идеальному управлению. Да хорошо. Что ты делаешь-то, дурной что ли? Что я тебе сделал-то? Ты что меня выкинул-то? Меня так-то поднял и выкинул. Вау. Извини, понтос. Ты у меня вправо понтос, улетел, понтос. А я тебя прям по внутреннему обогнал. Я почти спанул стритстракеров, да, этих. Так, ладно, в любом случае, ребята, я думаю, что... Обидно. Ну, конечно, на изи. Только ну, вот если боты его цепану, то это будет вам прям вообще обида, боль. Не, если девчонка будет с ботами, то это нормально. На все бабки! Ну, братан, конечно, извини. Ну, типа, я тоже финишировал. О, извини, мужик. Ты что по нему-то проехал? Я извинился за то. Ну, типа, камон, вроде бы как мы ничего с тобой устроили, потому что проехали одинаково. Я, конечно, через горку. А потом, когда спустился, ты примерно так же и финишировал. Ребят, пишите в комментариях, кто зарабатывает балл за первое испытание, а мы отправляемся уже на второе. И наше следующее испытание, ребята, это... Хера ты стреляешь раньше времени, я еще даже не начал. На войне как на войне, понял? Я еще даже не начал, слышишь? Типа, камон, нормально все с тобой? У меня машина не качается. Ну да, это видно сразу. И что теперь?
У меня тоже Chicken Giant. Врешь. Отвечаю. Да я уже потек как бы. Так это вау! Да. Я тоже горю, чтобы ты понимал, и типа, камон, смотри, где чуть-чуть оставалось ей, да она горит, а из-под, получается, бампера я видел. Да не, это я горел на самом деле, поэтому, ну и вот увидишь, на записи у меня все горело. Короче, друзья, да, чисто повезло на буквально парочку секунд, и я зарабатываю здесь первый мой балл, а мы отправляемся тогда на второе наше испытаннице. Поехали! И, ребята, мы готовы для прохождения нашего следующего испытания. Это, ребята, круговой спринт. Делаем мы два круга, кто первый сюда проезжает, тот и победил. Все просто. 1, 2, 3. Поехали. Ю-ху! Так, ну. Да. Зачем более-менее было все хорошо. Тихо. А по поворотам у меня хуже. А, потому что по асфальту лучше едет, чем по песку, поэтому. Да капец, ты по повороту просто слушай, уходишь. А мне нравится, я в поворотах тебя так... Ай-яй-яй, что ты сделал? Я тебя хотел утопить. Прямо с самого начала, как говорится. Я по своей стороне, блин. Я по своей стороне еду. Так вот это мне не нравится на поворотах. Типа, о, а так нормально. Ты там что, как себя чувствуешь, нормально все? Я начал, как бы это уже нет. Ну, жду на финише тебе 1-2 секунды. Давай, вот все, финиш. 1, 2, 3... 4 секунды! Да даже если бы я позже начал ехать, я бы все равно был первый. Не знаю, ребята. В общем-то, пишите в комментариях. Не надо было. Да я не врезался, ты же пинга, сам понимаешь. Пишите в комментариях, кто зарабатывает балл за это испытание. Да. А мы, ребята, отправляемся для прохождения уже следующего испытаница. Поехали! И, ребята, мы продолжаем. Начинаем проходить следующее испытание. Дерби. 2 жизни, 2 победы. Все просто для победы. Да. Я разговаривал. С подписчиками. Ты, наглая морда, бесстыжая. Ну, тебе вообще просто. Да, я понял. Вот ты говоришь, Росинхра, да, вот ты Росинхра меня и вынес так-то. Ладно, поехали далее. Я тебя в прямом покинул, так-то я ничего не мог сделать. Нет, ты Росинхра меня просто сдвигал, понял? Чё? Ну нет, ты плюш. Ну да. Избиение. Блин, да ладно, я думал Tesla X это вообще хорошая машина, а по итогу видите сами, считайте, вообще решайте сами. Ни о чем, да, ребята, действительно. Ну что же, по баллам получится 2-1, и мы отправляемся тогда на следующее наше испытание. Погнали. Следующее испытание, спринт-гоночка 7 километров. Мне колесо уже пробили. Поехали, газуй, да поехали, да поехали, валим отсюда. Да поехали. Я тебя толкал, Валера, блин, спасаемся. Блин, капец, меня обстреляли, у меня минус колеса уже, чтобы ты понимал. Понимаю, мужик, спасибо так большое. Да, кому ты лучше вот сделал? В итоге ты... Меня это радует. Без носа остался, а я... Прям сложно. Слушай, я не догоняю тебя так-то. Вообще. Ага, сколько ты улетаешь? Едешь? Я 200. А ты сколько? Врешь. Я тебе отвечаю. Да капец, ее крутит, вертит. Ну, я видел, что ты убрался. Да капец. Не, ну это нереально так-то. Ты где вообще? Ну, я ускоряюсь максимально, стараюсь не делать ошибок, потому что понимаю, что у меня машина намного хуже. А сколько едешь? На кочках 270. Какие 270, Вась? Ну, это М6 какая-то, не знаю. Ебать, что да там капец! Да попробовал бы ты сам на одном колесе-то пробитом ехать. Я, короче, психанул. До свидания. Поехали. Это психанул. Да неважно. Чиниться нельзя. Сейчас увидишь. Ну да. Я не спорю. Так, ладно. Тяжелая артиллерия. Мне нравится. Тяжелая артиллерия, слышишь? Ема, он по скорости быстрый, этот Мерс. Сколько ты ешь? Капец, я вылетел, короче. Ну, я под 500 ехал. Какие нахер 500? Не знаю ничего. С пробитым колесом. С пробитым колесом было 350, а тут получилось под 500. Ты куда вообще улетел, слышишь, Вася? Я говорю, что у тебя там тачка вообще нереально. Ну и чё? Ну она же моя, я её угнал, как бы ничего не знаю. Короче, я тебя понял. Я не знаю, это ничего. Я тебя понял. Я тебя понял. Я да ладно! Я здесь был рядом практически, прям вообще рядом, рядышком, ребята! Видно-то как получается, но ладно, это твой как бы балл, ребята, у нас ничья по общему количеству, идем на следующее испытание, друзья! Давай! Ребята, мы продолжаем наше следующее испытание, это получается сапер! Задача проста. Чё здесь прилетело у меня? Что прикола, не понял. А что это было?
Блять, в панто сидишь, что ли? Да. А ты? Нет. Не сидишь, говоришь? Высоко слишком. Да что она не взорвалась, я не понял. Она взорвалась только очень высоко. Очень высоко, говоришь, да? Ну такое, однако, ладно, ребята, в любом случае я напоминаю, только тот, кто останется в живых, забирает бал. А ты сейчас получишь по бал, понял? Система ебала для тебя подходит, у тебя же и электроны, и электрокары, электроны? И прочее. Сракотаны. У меня вольты. Ёпсу! Но ты бот обрезался, отлетел и за счет этого взорвался. Да, 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 я не понял прикола вообще. Что? Ты видал меня, как откинул бот просто? Капец, понимаю, ребята. Не, ну чисто из-за вот этой ошибочки тупо повезло тебе. Тупо повезло тебе, блин. Ладно, ладно, ребят. Но стоит последнее испытание. Отправляемся прямо сейчас туда. А мы продолжаем и последнее заключительное испытание, ребята. Это краш-тест. Все тесты были проверены нами на управление, на скорость, на мощность, на крепость, а также, ребята, на краш-тест тоже мы сейчас проверим. Так, капец, у меня Тесла не очень так-то... Чебонь! Догоняй! Слава богу, я поехал. Слава богу, я поехал, блин. Я думал, я уже встану и все тогда. Прям печально будет. Ну, я так, прям я этот камень вот так и проехал, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. А я зато не проехал. Так, минируем проехал, быстрее. Говоришь, да? Минируем. Я сейчас заминирую. Никого не пропустим. Фуфлин. Никто от меня не уйдет. Никто, блин, уйдет. Чё ты ржёшь? Типа, да? Тут всё заминировано. Она поехала сама, брат. Раз. Два. Ну типа я вроде дальше. Ты меня толкнул волной, а у меня было я вроде как дальше. Ну, на одном уровне стояли вообще, если честно. У меня камни просто здесь появились. Ну да, я вроде как на бампер был дальше тебя. Пишите комментарии, кто зарабатывает балл за это испытание. А на этом все, всем удачи, всем хорошего настроения. И всем пока-пока, друзья. Пока, народ.